Добрый день! Вы смотрите телеканал «Баланс ТВ». Сегодня у нас в гостях Дмитрий и Оксана Высоцкие. Дмитрий – психолог, лектор, Оксана – преподаватель и оба родители троих детей. И с вами в студии я, ведущая Наталья Александрова. Здравствуйте, Оксана и Дмитрий. Здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас видеть, спасибо, что вы пришли. Наши телезрители знают и Оксану, которая у нас ведет циклы про детей, и Дмитрия, который ведет циклы про семейные жизни. Сегодня у нас такая объединенная встреча, специально, чтобы поговорить по такому интересному вопросу, как предназначение детей. И мы думаем, что сегодня эта тема будет освещена со всех сторон. Дмитрий расскажет теоретические вопросы, какие есть подходы к этому делу, а Оксана расскажет именно свой материнский опыт, свой женский подход. И первый вопрос, начнем с того, а как вы думаете, есть ли вообще предназначение у человека? Ну, конечно, есть. У всего живого в этом мире есть предназначение свое, в том числе у человека. Мы не исключение. А какое может быть предназначение у человека? Дело в том, что человеческое... Люди, как бы, они организованы между собой, живут, то есть есть общество. Даже, как бы, у зверей тоже есть какие-то там, есть старшие вожаки, там, лидеры. Прайды, стаи. Да, там есть лидеры тоже какие-то, более старшие, более младшие, есть женские там особи также. То есть каждый занимается вот в этом прайде или там стае свое место собственное. Вот. Также и человек тоже занимает свое место в обществе. Должен иметь понимание, где это на его человек, это его место находится. Даже если говорить просто о каких-то структурах любых организационных, то мы всегда должны понимать, где наше место в этой структуре. Где бы мы ни находились, мы должны это понимать. Потому что без этого понимания мы не сможем быть эффективными просто-напросто. Поэтому, естественно, ведическая литература, да, на которую мы опираемся в данном вопросе сейчас, она говорит о том, что у человека есть определенное местоположение в обществе. Это местоположение, оно называется варнашрама-дхарма. Угу. То есть каждый человек находится в одной варне, в одном ашраме. Варны означают, что человек психологически предрасположен к какому-то типу деятельности. Угу. Вот. Есть люди, которые занимаются научной работой. Им это легко дается, а это тонко чувствующие, такая с повышенной сенсорикой люди, которые хотят помогать другим людям, накапливают знания, сохраняют его в чистоте. Вот. Есть люди-руководители, которые руководят обществом. Вот. Они имеют такое качество, как справедливость. Угу. Для них это очень важно. Есть бизнесмены, которые имеют прибыль какую-то, да, они занимаются накоплением разных богатств. Есть рабочий класс, это люди-мастера, которые создают эти ценности. То есть вот то, что мы видим с вами, например, там какие-то картины прекрасные, там, или же здания построенные хорошо, да, и удивительные там всякие, даже необходимые какие-то элементы, там, вплоть до душ, там, туалет, да, это все как бы люди сделали. Вот, они все мы нужны, понимаете, потому что если убрать какой-то класс, то в этом случае все общество будет страдать просто-напросто. Все эти вот четыре класса, которые разбиты в ведах все общество человеческое, да, то они все нужны, необходимы. Mm-hmm. В любом случае, даже если какая-то группа людей выпадает даже на остров, на необитаемый, они будут разбиваться на четыре класса. Да? Ну, потому что, да, без этого невозможно никак. Mm-hmm. Интересно, давайте, чтобы как-то попробовать. А вот, например, творческие люди, да, например, не знаю, какие-нибудь писатели, музыканты. Вот вы назвали четыре категории, куда они могут быть отнесены, чтобы мы как-то попробовали. Ну, это тоже к мастерам относится. Они в основном руками работают. Вот, если, например, музыкант или, может быть, певец какой-то там поет, исполняет песни какого-то духовного содержания, которые, или он пишет такие песни, которые могут привести людей, то есть возвышают людей, то он, в принципе, может относиться и к гармонической культуре, то есть к научной такой. Uh-huh. Да, то есть обычно такие люди бывают тоже творческими. Не значит, что ученый не может обладать каким-то талантом, например, там, музыку писать то же самое или картины. Uh-huh. Но у него должно быть целенаправленно. То есть он отвечает за сохранение знания и возвышение людей, всего общества, передачу этого знания. Он должен это знание делиться именно через какие-то произведения искусства. Uh-huh.
Вот все самые известные личности, то же самое, если говорить про даже ведическую культуру, то, например, веды были написаны шлоками, да, это были стихи. Стихами. Стихами, да, то есть все эти известные великие личности, они были все поэтами. Угу. Творческими людьми. Давайте вот еще попробуем. Допустим, еще какие-то популярные, например, журналисты, блогеры. Это кто? Блогеры. Блогеры это... Куда мы их отнесем? Что просто мы начали как-то ориентироваться, да? Просто вы назвали какие-то четыре слова, да? Но так мы же знаем много разных профессий, чтобы как-то начать понимать, о чем. Журналисты, они делятся информацией, то есть они как бы поддерживают, сохраняют или там информируют людей. Трудно как-то кого-то их отнести, потому что там могут быть разные ведические времена. Я не думаю, что какие-то были вот такие блогеры. Да, вот. Думаю, да, но сейчас точно тяжело. Есть. Но вот они занимаются коммуникациями, то есть связь, это связь между какими-то интересными фактами, например, да, и людьми. Угу. То есть за связь отвечают именно вот коммерсанты. Коммерческого склада люди такие, да. Интересно. То есть они, это связь, Меркурий, планета Меркурий. Как интересно, я бы не подумала. Ну и давайте еще последний вопрос, чтобы перейдем. А допустим, путешественники, не знаю, и космонавты. Ну, кем хотят дети стать? Там, пожарником, космонавтом. Дело не в том, что, понимаете, профессий очень много различных. И нужно понимать людей, если вы хотите разобраться, кто есть кто, нужно по целям этого человека разбираться. Угу, то есть, по целям. Да. Какие цели перед собой человек ставит? Например, если вы знаете, что например, сейчас наши коммерсанты, очень многие такие богатые люди, многие рвутся в политику, например. Да? Это уже это другое совсем уже. Да? То есть это другая как бы... Другой слой общества совершенно. Uh-huh. Так, ну а вот если по целям, если кратко сказать, вот по четырем группам, так, чтобы мы действительно не перечисляли все существующие в мире профессии, то есть если говорить про ученых, какие получаются у них цели? Ну, вот главная задача ученого — это быть правдивым. Правдивым. Да, потому что его задача — сохранять знания. Хорошо. Правдивость — это сложная вещь, на самом деле, это не так просто быть правдивым. Вообще не просто совершенно. Да. Для того, чтобы быть правдивым, необходимо получить знания сначала. То есть человек правдивый, он знает. Он должен получить даже самое лучшее, это из совершенного источника. Не должно быть каких-то спекуляций на эту тему, на тему знаний. Поэтому он правдив, он поэтому способен передать знания в чистоте. В этом смысл. Хорошо. Без спекуляций. Ученые – правдивость. Дальше мы говорили о руководителях, правильно? Да. Руководители – это главное качество – справедливость. Справедливость. Да. Угу. То есть они должны быть справедливыми, относиться одинаково ко всем своим подданным. Угу. Не должны быть какие-то особые привилегии для кого-то, там мигалки, там, понимаете, угу. и так далее, ставить их. Вот. Это настоящие руководители так ведут. Угу. Они бескорыстны, они не испытывают какой-то внутренней корысти для того, чтобы как бы вот именно занять повыше пост. У них вот сама вот, может быть, немножко славы хочется, да, больше, да, угу. в этом. Проблем бывает. Хорошо. Но, в принципе, да, они как бы стараются помогать людям, защищать их. То есть все подданные, они их защищают всегда. Угу. Хорошо, давайте просто вкратце. Получается справедливость. Дальше у нас идут бизнесмены и мастера, вы сказали. Да, честность. Честность, да. Да, и трудолюбие. Честность у бизнесменов? Да. Основная задача? Как интересно. Да. Но трудолюбие мастера – это более так очевидное. Да, у бизнесменов должна быть честность, потому что они накапливают какие-то, у них там склонность есть к обману, например. Угу. До какой-то степени, конечно, обманывают кого-то, это же бизнес, нужно немножко угу. так уметь тогда, но в конечном итоге должно быть все честно. Угу. Вот, и если это качество они не будут развивать, то будут проблемы всего общества. Понятно. Ну, смотрите, вот давайте, Оксана, а вот смотрите, ну это все вот честность, такие все качества, это ведь все, и вот эти профессии, это когда человек станет взрослым, да? А вот в каком возрасте уже можно определить, к чему ребенок склонен? И он уже в детстве к чему-то склонен, или там, я не знаю, тебе становится там 16 или 18 лет, и хоп, у тебя какое-то мама там... говорит, ты будешь директором, да? И пошел. Да-да-да, и как это вообще происходит? Нет, конечно. Конечно, ребенок рождается, и даже можно с первых дней даже мамы могут почувствовать. Во-вторых, есть специальные методики, когда определяются, какой вот Дима говорил, к какому,
как бы, к какой категории человечек относится маленький. И, конечно же, мама, она любая, она видит ребенок, как он реагирует. Если она обладает знаниями, она сразу поймет, как себя ребенок ведет, как он общается со сверстниками, со старшими, что его интересует. И она сразу, обладая знаниями, она сразу поймет, вот, куда ребенка должно дальше направлять. Как вы думаете, чем можем мы вот в рамках нашей программы какую-то часть этих знаний передать? Конечно. Да? Чтобы мы поняли, вы говорите, что есть какие-то методики, это очень интересно, и какие-то знания, да, то есть вот как вот вливаться, да, то есть вот как понимать, вот, допустим, человек мама, он смотрит и пока еще не очень много знает. Ну вот мы как бы получили немножко теоретических знаний, да, что существуют те, кто накапливают знания, те, которые это знание защищают, те, которые обеспечивают, и те, которые как бы держат столпы, на которых держатся все остальные три категории, скажем так. Вот. И поэтому для определения каждой группы есть предметы, которые олицетворяют эту сферу, да, деятельности. И когда ребенку где-то полгодика, год, когда он еще ползает. Полгодика? Да, да, конечно, 6-8 месяцев, когда он достаточно хорошо ползает, перед ним раскладывают предметы, которые как бы связаны так или иначе с той или иной группой. Например, накопление знаний. Знания — это что? Это, конечно, книги, да, вот книжки. Потом защита. Защита — это, как правило, оружие какое-то. Защита — это у нас получается для руководителей. Для руководителей, да. То есть они обязаны, по большому счету, они обязаны это знание как бы сохранить, да, и распределить в обществе. То есть те, которые знания сохраняют, да, а руководитель, он как бы распределяет, чтобы вот оно распространялось в обществе. Как бы. За это отвечает тоже. Да. Оружие. Это оружие, да. Ну, понятно, для тех, кто занимается экономикой, понятно. Да, 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 обязательно. Это может быть не обязательно деньги, это может быть кошелек какой-то. Хотя кошелек может быть и как ремесленник, да, вот ремесленники, мастера. Там могут быть какие-то, ну, не знаю, орудия ремесла. Могут быть от лопаты до иголки, вот любое что-то, да. И ребенок, он, как правило, дети, они удивительные, я просто несколько раз наблюдала, когда вот эта вот как бы методика, она проводится, когда этот ритуал проводится. Так, и что за ритуал, расскажите? Ребеночек, то есть эти предметы раскладываются перед ребенком. Маленький ребеночек, которому всего лишь 6 месяцев. Ну, тот, который хорошо ползает. Который хорошо ползает. И перед ним раскладываются предметы. Он, ну, на метр, наверное, 3-5, ну, сколько вот, чтобы у него тяжело было доползти, и он ползет к определенному предмету. Как правило, дети доползают до того предмета, вот он ему изначально интересен. Вы понимаете, когда дети сюда приходят, они приходят с определенной задачей, и они будут так или иначе в жизни выполнять свою задачу. Мы, конечно, можем им сильно-сильно помешать, направить в модный вуз или защитить его материально, да, дав ему какую-то, с нашей точки зрения, финансовую такую профессию. Но это не значит, что даже как бы состоявшись в этой профессии, он реализуется внутренне. Задача как бы внутренней реализации. Мы же здесь говорим о внутренней реализации. Ну, то есть получается, тест у нас такой. Мы, значит, взяли вот четыре, мы поняли, что у нас бывают четыре типа склонности к каким-то сферам деятельности. Мы взяли четыре предмета. Это значит у нас книга, оружие, деньги и какое-то орудие производства. Да. Положили перед ребеночком, который ползает, и смотрим, куда он поползет, да. А это надо как-то многократно проводить или как? Ну, в принципе, ребенок определяется сразу. То есть можно, просто это действие можно провести несколько раз. Можно, например, в 6 месяцев, потом в 8 и в год, да, 2-3 раза можно провести. Иногда ребенок может выбрать какие-то, может быть, не один предмет, несколько. То есть он может быть и там, бывает на грани, потому что... Но все равно, вот обладая знаниями, мы всегда будем чувствовать, мама всегда будет чувствовать, что интересно ребенку. Ведь есть очень-очень подвижные дети. Да, ну и есть что, очень, вот это, да. Даже в поведении, даже в психотипе, скажем, человека, это зал. Ну и как? Вот, допустим, вот ребенок подвижный, и что? Мы из этого какой делаем вывод? Скорее всего, он будет относиться к руководителям. То есть у него кипучая энергия, и он, чтобы эту энергию как-то управлять, он должен ею руководить, своей энергией. Он начинает с себя, вернее, начинает с других, но мы учим его перевести эту энергию на себя, и потом, когда он научится руководить собой, он сможет правильно руководить другими. И они очень боевые, там мальчики и девочки, они очень боевые, они умеют стоять за себя, они вам укажут, что вам нужно делать, куда пойти. То есть это, ну, достаточно такие шумные детки.
А есть другой тип, который очень робкий, который даже не робкий, он скорее очень плаксивый, я вам скажу. Плаксивый, да. И он такой нежный, как цветочек. Вот как цветочек. Которые жалуются, да, часто? Да, да, вот они требуют защиты. Это как раз будут те, которые до нас донесут знания. То есть они очень слабые, они очень как бы такие, ну, не то что слабые, они ранимые. Их очень легко поранить до какого-то определенного возраста. Здесь задача уже вот как бы сохранить вот эту вот ранимость и в ребенке, чтобы он не обозлился, чтобы защитить даже, может быть, от окружающих где-то. Помните, вот мы говорили на одной из передач, когда вот выходит ребенок, а там его не принимают, он приходит и плачет. Вот это как раз такие дети. То есть им нужно пройти где-то к 20-25 годам, они становятся крепкими. Но вот тот опыт переживаний, он становится большим багажом для них. То есть они учатся чувствовать, они учатся видеть другого, слышать, они замечают беды. И дело в том, что при правильном развитии, при духовном направлении становятся провидцами, то есть они предвидят будущее, и у них склонность накапливать вот знания. Вот. А те, которые умеют договориться, и те, которые не любят постоянства. Это вот. Как это в маленьких проявляется? Потому что подвижность, понятно. Плаксивые детишки такие тоже, понятно. Да. А это не постоянство. Часто меняют игрушки. Не может ходить в одной и той же одежде. Мама, я не хочу в этот садик ходить, я уже в него ходил. Мама, давай в другой. То есть вот это уже, то есть коммуникация, коммуникация. То, что Дима говорил, как раз Меркурий, он дает вот эту коммуникативность. И последний как бы вариант, они очень усидчивые, трудолюбивые, и для как бы последнего типа, для последнего как бы группы, для них должно быть все понятно. И здесь есть отличительная черта, что у Нарушевича очень хорошо, у Руслана Нарушевича, он очень хорошо дает свой семинар, и отличительная черта, вот если вы наметили какой-то план, вот ребенок будет следовать этому плану. Если вы что-то меняете, это доставляет ему дискомфорт. Он может это показать, может закатить истерику, может как бы это не проявить это явно, но если вы видите, что ребенку не нравится, когда вот вы, ну вот мы сейчас делаем, например, мы сейчас идем в магазин, потом в зоопарк, потом зайдем к бабушке и вернемся домой. Но если вы идете в магазин, потом к бабушке, не идете в зоопарк, понимаете, он уже настроился, он это сделал, у него уже планы, и тут планы меняются, и когда ребенку дискомфортно, то есть это можно почувствовать, это вот даже нельзя передать, это может быть бессловесно, но если вы чувствуете, что вот... Бывает такое ощущение, когда не любят, когда меняются планы, да. Вот это как раз такие рукодельные детки. С другой стороны, если ему нравится что-то делать, это же сразу видно, ребенок лепит, да, рисует, там еще что-то. Хорошо, а вот смотрите, очень интересно, действительно, меня все время удивляет, что детишки, они вот еще, ну, 6 месяцев, конечно, когда ползать не знаю, но когда там 3 годика, видно, что вот они совсем-совсем разные, вот то, что вы говорите, что сразу видно, что совсем разные люди. И правильно я поняла из ваших слов, что уже не меняется человек, да? То есть если вот у него с детства склонность к какому-то типу деятельности, так она останется? Или что-то меняется на протяжении жизни? Нет, не меняется ничего. Но иногда бывает, мы можем запутаться, потому что то есть вот основная линия, она остается всегда одной и той же. Но человек, как мы уже говорили до этого, что человек может, например, заниматься какими-то еще вещами. Ну, вот, может до какой-то степени, например, если он склонен к научной деятельности. До какой-то степени он может как-то руководить, что-то там организовывать, также он может что-то, может быть, даже какие-то коммуникационные действия совершать, там, или там с бизнесом что-то связанное. Вот, может также он что-то руками делать. То есть это не значит, что он другого ничего не умеет делать. Другое дело, что у него хуже получается это. То есть, тот человек, который вот находится в своей группе, у него это как бы более совершенно получается. Вот, например, я в свое время занимался бизнесом долго достаточно, да, и занимался мебельным бизнесом. Я очень много пересобирал этой мебели, ну, у меня очень богатый опыт в сборке мебели. Вот, но когда я становлюсь в пару вот с тем, который умеет руками работать, то есть я чувствую, что себя как бы... Чувствуете разницу? Чувствую очень большая разница. То есть они намного быстрее, знаете, как руки так вот каким-то особенным образом они поставлены, он прямо так работает, знаете, как очень здорово это смотрится со стороны. У меня так не получается просто. Вот что бы я ни делал, как бы ни старался бы как бы это делать, у меня так не получится никогда. Я просто это понимаю. Другой человек, например, который может хорошо говорить, например, там вот, или преподавать, там какое-то знание давать, да, то...
Даже если мастер может. Вот мастер, который там что-то кует, например, там, не знаю, какие-то подковы, да, но он может своему хорошо ученику доносить это, как нужно правильно подковывать. Встречаются люди, которые прекрасно рассказывают какие-то истории, там, понимаете, то есть это не значит, что так вот, нельзя так вот прямо вот говорить, что другие деятельности, они не могут это делать совсем. Нет, они могут делать, поэтому трудно понять. Другое дело, что от этой деятельности он не получит полного удовлетворения. Вот, то есть он будет страдать от этого. Например, его будет казаться, что его напрягает его, эта деятельность напрягает его. Он ее делает. Например, он стал директором завода, но это не по его природе. И вот он чувствует, что его всем напрягает это, ему тяжело. Ну, здесь он как бы хотел зарабатывать деньги, у него какое-то положение там. И жена уже привыкла, там, у нее и машину надо поддерживать. Вы знаете, за квартиру надо платить, кредит надо платить там, и так далее. Все, ну, понятно, много-много. Да. И он уже никуда деться ему никуда не может. Он хорошее положение, в принципе, занимает. Но, в принципе, внутреннего удовлетворения нету. Поэтому он делает что-то еще там, начинает не что-то лежит делать. Душа. Не лежит, то есть не то, что не лежит душа, что ему нет вот этого удовлетворения внутреннего. То есть, когда человек занимается своим делом, у него появляется такая внутренняя реализация, и он чувствует счастье от того, что он этим занимается. Вот, один из признаков такой деятельности является, что человек готов заниматься даже бесплатно этим. Угу. Вот, знаете, вот он готов бесплатно заниматься. Ну ладно, и бог с ним. Как раз мы тоже сегодня обсуждали, на самом паре говорит, о, даже если мне не заплатили, я бы все равно этим занимался. То есть вот так, да, как-то? Да, да, да. То есть люди готовы бесплатно заниматься вот, то, что им близко. Это называется... Говорит о том, что человек, ему нравится этим заниматься, это хорошо, приносит ему удовольствие и удовлетворение от этой деятельности он получает. Ну, наверное, и другие люди, да, тогда тоже будут более удовлетворены результатами деятельности, да. Если человеку это нравится, то, наверное, у него хорошо получается, то, наверное, и окружающие тоже как-то рады плодам его труда. Вы прекрасно понимаете, что человек, который влюблен в свою специальность, он будет там мастером, станет. А если он там мастер, то, естественно, будут пользоваться его услугами все, кому нужна эта услуга. Я хочу здесь добавить, есть понятие работы, а есть понятие профессии. Вот они немножко разные. То есть работа — это когда ты идешь, зарабатываешь деньги. Вот то, что Дима говорил, да, на все эти вот дома, кредиты, еще что-то. А есть профессия, это то вот, то, это призвание, как бы то, что нравится, там, где ты реализуешься. Да. Мы, очень интересно, у нас получилось, мы уже в каком-то маленьком возрасте, значит, положили, провели тест с детьми, да, посмотрели, к чему склонен. Дальше то, что вы говорите, ребеночек растет, мы смотрим, да, он склонен к тому, как вы говорили, он активный, либо он больше там как-то жалуется, либо что-то мастерит, то есть мы опять-таки, ну вот мы все это, значит, смотрим, у нас какая-то сложилась картина, да. Что мы делаем дальше, вот теперь сам, потому что то, что вы говорите, уже выросший там человек, да, он либо директор завода, либо он делает мебель, когда он уже вот к чему-то пришел. А вот он у нас маленький. Еще вот, ни к чему не пришел. Еще ни к чему не пришел. Вот как вообще с ним общаться? Мы чуть позже поговорим про школу, да, потому что там в школе для всех одинаковая дисциплина. Пока еще даже если не брать вот школу, а брать именно общение в семье. Вот что, мы как-то догадались. Ну, примерно можно, определили. Можно я начну? Да. Я начну просто. Я как бы вкратце скажу. Значит, для ученых необходима эмоциональная защита. Они должны быть эмоционально защищены. То есть не нужно сквозь пальцы на его эмоции смотреть. Не нужно или нужно? Не нужно, да. То есть сквозь пальцы смотреть. Нужно внимательно относиться к его эмоциям. Если он, например, чем-то расстроен, вы должны как бы сочувствие проявлять к очень его эмоциям. Очень трепетные отношения. Сочувствие. Для руководящего состава необходима дисциплина, авторитет. Эти вещи нужны. Это постоянные поручения. Да. Для тех, кто вот именно такой торговый класс представляет, для них необходимо дать возможность им попробовать все. Это нужно просто перетерпеть этот момент. Вот, когда они все попробуют, они как бы находят то, что им нужно, вот, чем заниматься. И они успокаиваются. Все попробовать там на все кружки сходить или как? Да, они ходят на все кружки, они везде буквально там успевают. По 2-3 раза. Не нужно поэтому... Вернее, 2-3 раза сходил, потом следующие 2-3 раза, да. Не нужно по этому поводу беспокоиться сильно. Если вот такой тип личности, то есть надо дать попробовать, ничего страшного. Потому что родители часто расстраиваются, ты нигде не можешь задержаться там дольше, там, не знаю, недели. Ты с ним уходишь оттуда, переходишь на другое, нигде не можешь задержаться. Вот. И вот как раз четвертый тип людей, для них необходимо что-то, такая вот размеренность, ритм должен быть. Режим. Режим. А вот, скажем, в бизнес-группе я бы еще добавила, что поскольку там качество, честность, да, о которой мы говорили, значит, там нужно
учить ребенка строить отношения с другими. Они как бы сами строят, но они всегда, ну, как бы жульничают. То есть здесь нужно очень нравственное воспитание. То есть это должна быть специально подобранная литература, фильмы. То есть здесь не должно быть случайных мультиков, случайных книг. То есть здесь должно быть хорошо продуманное вот именно на развитие качеств порядочности и нравственности. Вот именно вот в этом. Как бы сословие. Ну, как бы я могу рассказать там дальше? Да, конечно, расскажите. Вот, дополнить. Просто как мы говорим о семье, мы затрагиваем детский сад также, да? Да, мы пока сейчас говорим, да, про все. Дошкольное. Да, дошкольное и вот... Семейное. И дошкольное, семейное, там, и вокруг школьное какие-то, вот что делать с кружками, да, тоже хочу сказать. Ну, вокруг школы, школа там немножко будет другое, потому что школа, она везде одинаковая. Если садик вы можете выбрать, то в школах уже среднее образование там и начальное, школа, они уже все равно там маленький выбор достаточно. Если в садике мы можем и Монтессори группы, и домашние, и как бы спортивные секции, то вот, например, скажем так, с маленькими учеными, да, это, между прочим, врачи, юристы туда и учителя относятся, то вот этой группе мы, помимо детского садика, мы им даем знания. То есть мы должны вложить в этих детей духовные, нравственные какие-то ценности. Это самое важное в этих детях. Это то золото, которое в них есть и которое мы должны развить. То есть обязательно должны быть какие-то, не знаю, воскресные школы, то есть обязательно должны быть какие-то духовные программы. Этот ребенок должен ходить на какие-то выставки, то есть он должен развиваться, он должен как можно больше накопить, то есть это накопители. И вот все, что в нем накопится, он будет потом отдавать, то есть он будет потом применять. Это, вот я говорю, это выставки, это... как какие-то кружки, как какие-то духовные, может быть, встречи, да, неважно в какой религиозной традиции. Или, может быть, это будут даже атеисты. Атеисты, забыла слово. Все равно какие-то нравственные ценности, общечеловеческие, они должны быть заложены. И в этом ребенке должно быть как можно больше. То есть как, почему? Очень много литературы. Слава Богу, что сейчас рынок литературный, он заполнен. Это должны быть качественные товары. Если должны быть книги, должны быть качественные иллюстрации, то есть иллюстрации, которые затрагивают сердце, затрагивают душу. То есть это вот такие маленькие моменты, это не должно быть что-то дешевое. То есть вы воспитываете уровень в ребенке, это в принципе в любом. Но если, скажем так, ребенок спортсмен, он как-то, ну, он посмотрел, да, он дальше подвигался, то этот, у него, понимаете, он отпечатывается, у него эмоции вот такие, вот огромные, и вот это все будет отпечатываться вот в таком большом масштабе. Вот, для подвижных деток, для вот, руководителей, там, потом таких вот, вообще занимающих активную жизненную позицию, это, конечно, какие-то кружки. Какие-то спортивные, вернее, не кружки, а спортивные секции. Потому что задача этого ребенка – научиться управлять своими эмоциями. Потому что эмоции у этих детей очень сильные. То есть если первый тип, он как бы направлен в себя, он переживает, у него эмоции сильные в отношении себя, то ребенок активный, он их выплескивает на окружающих. Выплескивает иногда прям как цунами. То есть воспитатели, учителя, они, ну, им очень непросто с такими детками. Значит, первое, в первую очередь нужно так, чтобы ребенок научился совладать со своими эмоциями, учился владеть. Это значит, в первую очередь, конечно, спорт. Это спорт, да. Потом дома, конечно же, если вы не спортивная там семья, я, например, ужасно не люблю бегать, меня лучше там застрелить, я не побегу никуда, вот, то такого ребенка, у него должны быть поручения. Так, у него должны быть домашние обязанности, которые он должен делать. Это, опять же, дисциплинирует. Так, вот это, вот это твоя обязанность, ты почему не сделал? И из таких детей нужно требовать. Если к первому мы с ним сю-сю-сю, мы носимся с его эмоциями, но при этом мы не даем ему разбаловаться первому типу, да, то второй группе, вот ученый, да. Тип руководитель. Да, ну хорошо, вот руководители, то здесь вы даете поручение, и вы с него требуете. Но требуете, опять же, есть понятие, как нужно наказывать детей, как им делать замечания, да, в скобочках ругать детей. Это все нужно уметь, потому что все то, что вы будете делать, он потом скопирует, он будет относиться потом так к своим вот подчиненным. То есть это ниоткуда не возьмется, это будет все под вашу кальку. Потом бизнес-детки, детки-бизнесмены. Ну, я уже о них более-менее подробно сказала, что там, конечно, научиться быть честными. То есть это очень
очень тщательный отбор литературы и то, что к ребенку приходит, потому что он информацию будет просто буквально из воздуха впитывать. То есть вы должны быть таким хорошим-хорошим фильтром, чтобы никакая грязь не попала. Угу. То есть это должно быть хорошего качества. Я надеюсь, что вот мы в детских передачах потом поговорим вот о той литературе, которая нужна, и фильмах, и я просто вот уже то, что вы говорите, мне кажется, что сейчас никогда в истории не было. Сейчас такая литература для детей, просто такой выбор очень интересный. Да, и сейчас много очень новых интересных и писателей, и старых, конечно. Вот. И учить отношениям, потому что такие дети, они должны быть честны и в отношениях к другим. То есть, знаете, бизнес, честный бизнес такой. Может быть, сейчас такое анекдотичное понятие, но честный бизнес. И, скажем, детки-мастера, у них должен быть четкий режим дня. Они четко должны что делать. То есть они, в принципе, им легче, когда они руководимы. Это не значит, что мы... Простите, что мы должны подавлять ребенка, да, что мы должны вот то-то, то-то, и он как безвольная такая куколка идет по этим ниточкам. Нет, он проявляет свою волю, но для него легче, когда вы даете ему опоры, по которым он шагает, да, и тогда ему проще. То есть дело в том, что он должен научиться принимать руководство, потому что ему в своей жизни он будет реализовывать себя в произведениях, искусство, да, это и литература, это и поэзия, и скульптура, и живопись, и актерское искусство, актерское мастерство, и вот, ну, журналисты, они тоже близки, да, к этому, хотя там вот где-то на грани, то есть есть такие вот, если мы говорим о профессиях, то пограничные профессии. Очень интересно, мы уже затронули тему, если вот кружков, мы, значит, поговорили, что руководителям хорошо бы отдавать на спорт, что бизнесменов будущих им надо дать пройтись по разным кружкам. А что вообще вот как в целом? Ведь, ну, обычно какой есть выбор? Можно пойти на музыку, на живопись, на всякие там вот как раз именно ручные искусства и спорт, да, у нас в целом. Вот вообще вот как-то есть связь, куда еще вот остальных отдавать? Или это не имеет такого... Ну, конечно, а почему не дать это выбрать ребенку? Почему не дать это выбрать ребенку? Просто можно посмотреть, что ему нравится, попробовать, нравится или не нравится, и ребенок он сам отреагирует. Меня водили на художественную гимнастику. У меня до боли в животе, как мне не хотелось. У меня мама, она такой спортивный человек, а я просто каждый раз умирала, когда меня вели на все эти спортивные секции. Вот. Можно сказать про игрушки. Вот, у первого типа... Да, уже поняли, да? Ученые, мы будем говорить ученые, детки ученые. Для них игрушки, они такие обычно старые, такие все, знаете, какие-то вот такие порванные, может быть. Ну, потому что этим детям расстаться жалко с ним. Такой мишка, да? Да, такой мишка такой, да, он говорит, мне его жалко, он такой хороший у меня. Вот, они жалеют их, то есть они такое сочувствие проявляют. Но это уже более старший возраст. Если для второго типа это солдатики какие-то там, знаете, армейские игры такие, да. Для третьего типа это чем меньше похоже на игрушку, и чем их больше, там, мелких таких всяких деталей, тем лучше. Ну, это вот. Что-то типа конструктора? Когда он сам может чего-то сделать. Конструктор — это более однотипные, более-менее, эти вещи. Это могут быть какие-то брелки, там, ключи. На поварёшку варежку, а дети привязать бантик, да, и у него это будет слон. Вот, понимаете, то есть вот такие, которые меньше всего как бы похожи на игрушку, и для них игрушки — это меньше всего похожи на игрушку вещи. Вот они, их должно быть много, россыпью такой, чтобы он мог их перебирать, там, смотреть. Вот, для четвертого, последнего типа, для них это вот все-таки вот такие инструменты какие-то, знаете, вот бывают, они строят кубики, как раз кубики, там есть пилы, ножики, какие-то отрезают что-то там, знаете, такие вот разрезают. Нет, и художественные вот, все эти краски или пластилин. Им это нравится. Или вот можно делать коллажи, да, вот они любят там вот вырезать. В принципе, всем деткам нужно это давать, да, потому что дело в том, здесь немножко сложность есть, потому что когда детки маленькие, вот мы говорим, например, где-то, ну, вот скажем, до 4 лет, им нравятся, они одинаковые как бы, им нравятся, ну, одинаковые вещи. Потом вот чем дальше, тем больше разница. И чтобы определить ребенка, это скорее по его отношению, по его поведению и по его реакции. Вы сможете определить, потому что все равно всех деток, чтобы была поставлена рука к письму, нужно, ну, прямо уже с 2 лет давать ножницы вырезать.
и карандаш правильно, то есть это всем деткам нужно будет, потому что впереди же школа, да. Вот как раз и про нее мы сейчас и поговорим. Ну, вот во взрослом возрасте, ну, люди такие разные, да, мы скажем, что какие-то ученые, ну, там, скажем, мы говорили, что человек, который собирает дерево, обычно, ну, очень сильно не похож на химика-биолога уже во взрослой жизни, да. Но до этого мы все ходили в школу. Школа такая очень похожая на всех, там для всех есть химия, физика, русский язык, я не знаю, даже физкультура, то есть все. И вот, ну, а вот как вы говорите, уже с там, самого раннего возраста понятно, что предназначение у детей разное. Соответственно, мой вопрос, сказывается ли как-то предназначение детей, вот это то, что говорит, какие-то природные склонности, на то, как человек усваивает школьную программу, и что вообще, вот если мы уже имеем представление о том, к чему человек склонен, как вообще, как вот совместить ребенка и школу? Это не вопрос, да? Ну, кругозор человека должен быть все равно какой-то. Вы знаете, сейчас страдает сильно, вот в современном образовании очень страдает кругозор детей. Они уже не знают, что такое, когда война Великая Отечественная началась, например. Не знают об этих вещах. Кругозор какой-то должен быть. Для всех. Более-менее, да. Но вот, знаете, мой учитель говорил, что не каждого человека нужно учить даже читать. Потому что, когда он научится читать, он будет читать всякую ерунду. Поэтому надо смотреть внимательно. То есть, как бы есть общие какие-то базовые вещи, которые человек должен знать. Но самое главное, что мы должны делать в школе, это развивать разум. Вот, разум сейчас нигде не развивается. Ну, вот я тоже хотела сказать, что в школе не так-то уж просто развить разум. Ни в институте, ни в школе не развивается разум. Вот, если детям повезло, то у них какие-то разумные родители, например, да, то тогда вот он хорошо, они развиваются разум в семье хотя бы. Но по большому счету нужно развивать разум именно в школе. Разум развивается при... Мне даже сложно представить, как это сделать. Разум, у него есть главная функция у разума, это умение различать. Отличить плохое от хорошего. То есть, в принципе, как бы если брать философские понятия плохое и хорошее, то это относительное понятие. Да? Но мы здесь говорим о чем? О чем говорим? О том, что хорошее – это то, что благоприятно для личности. Плохое – то, что неблагоприятно для личности. То есть то, что помогает прогрессировать личности – это хорошо. То, что тормозит нас или заставляет нас деградировать – это плохо. Вот эти вещи надо, поэтому прививаются нравственные ценности в школе. Это должны люди быть не просто какие-то там преподаватели нравственности, да, это должны быть сами нравственные люди. Они должны с них пример брать. То есть таким образом проходит обучение и развитие разума также. Ну, это какая-то сильно идеальная картина, да, чтобы мы пришли и там нашли вот прям разумных, нравственных преподавателей. Безусловно, такое бывает, я говорю, но ведь далеко не всегда. Слава Богу, что у нас 90% воспитания происходит через семью, то есть через личный пример. Угу. Мы смотрим, дети смотрят на своих родителей и воспитываются таким образом. Вот. Все плохие привычки, которые возникают у детей наших, какие-то склонности плохие, они так или иначе идут из семьи. То есть где-то родители как-то себя неправильно вели, и таким образом воспитались эти привычки. То есть, поэтому в первую очередь мы воспитывать должны начинать с родителей даже. С себя. То есть с себя, да, начинать надо. Если вы хотите, чтобы у вас дети выросли нравственными, если у них был сильный разум, они могли бы состояться в этой жизни, необходимо начинать с себя. То есть мы всегда таким образом не их воспитываем, гоняем, а начинаем с себя. То есть к себе очень жесткие требования должны быть. Вот. И после этого дети будут смотреть на вас, и им это очень здорово в жизни поможет. Вот так mm-hmm. вот. А давайте еще вот попробуем раскрыть такую тему. То, что вы сказали, очень интересно, именно про развитие и воспитание разума. Ну, потому что все-таки, на мой взгляд, школа скорее представляет какую-то базу информации, то, что вы сказали, кругозор, да? Скорее школа нацелена на это. И я бы не сказала, что я вообще знаю очень много методик именно развития разума. И даже если вы говорите, что это делать личным примером, то есть как? Вы сказали, что разум — это развлечение полезно для ребенка, да, для его личности, не полезно. Могли бы вы, то есть, или какие-то методики, или как, допустим, если говорить личным примером, как это передавать? Просто это интересно, но мне кажется, не такая распространенная тема именно развития разума. Ну вот пример такой вот я обычно показываю. Значит, вот смотрите, так вот берет, вот, папа так вот берет сигарету так. Делает так, сынок, никогда не курить. Понимаете, вот такое не работает. Ну, это очень, как бы, это понятно, да. Это такое то прям... разум должен себе, значит, папа говорит, ну, сыну, то есть, была такая история очень интересная, я все вспомнил, еще тоже расскажу ее. Это про Ганди. Когда пришла одна женщина с своим сыном и сказала, у меня сын очень много ест сладкого, и у него уже
преддиабетическое состояние. Я не знаю, что делать мне. Может быть, вы поможете. Скажите ему, чтобы он не ел сладкое. Он говорит, хорошо, приходите через неделю. Она приходит через неделю, он подходит к нему и говорит, знаешь, не ешь сладкое. Тебе это плохо, на тебя сказывается. Больше не ешь. И он перестал есть сладкое. И она подошла к нему, скажите, я спасибо вам большое, очень благодарна. Но вот можно у меня такой маленький вопрос есть. А почему нужно было неделю нам ждать? Почему вы сразу не могли сказать это? Он говорит, знаете, я тоже люблю очень сладкое. Вот я неделю сладкое сам не ел. То есть прежде чем что-то сказать, должна быть сила в слове. Вы не должны говорить тех вещей, которые сами не делаете. То есть, иначе это не, так не работает. То есть разум, если вы какие-то нравственные ценности прививаете человеку, например, там, мы говорим, там есть какие-то базовые христианские, например, ценности, там, не убей, там, не укради, там, да, не прелюбодействуй. Там. Если мы их прививаем, эти ценности, мы должны сами следовать этим ценностям. Вот это надо прививать. Эта методика такая очень простая. Начинаем с себя опять-таки и пытаемся эти ценности прививать в своих детях. Угу. Можно как-то разработать более, какие-то более подробные вещи, да, но принцип такой должен быть. Угу. А если мы вот уже смотрим, да, у нас там ребенок уже какого-то школьного возраста, и что-то он делает уже не совсем так, да, и мы вот следуем вашей рекомендации, смотрим на себя, и оказывается, что мы тоже это делаем не совсем так. Но мы как-то на себя не обращали внимания, а вот на ребенке заметили, что это какое-то не самое лучшее поведение. То что мы в этом случае делаем? Ищите себя, правильно. То есть вы должны исправиться. Вот, в конце концов, если уже взрослые дети, вы можете сказать, что, слушай, я вот тут действительно так вот смотрела на тебя и увидела в себе это. Так делать нехорошо. Вот давай вместе, может быть, исправляться. Я это делать не буду, и давай ты же не будешь так делать. Угу. То есть можно так вот уже... Это к детям нужно относиться всегда по-взрослому. Дети не принимают это сю-сю-мусю. Вот это, они тяжело для них воспринимаются, как они считают, что к ним серьезно относятся. Поэтому даже с маленькими детьми разговариваем серьезно мы. То есть мы можем о них... Вы удивитесь, если вы будете какие-то серьезные вещи говорить достаточно, вот для вот, знаете, даже взрослые вещи, это как они слушают это внимательно. То есть, может, они не понимают, но для них это очень важно, это откладывается все равно, вот это отношение к ним серьезное, хорошее. Таким образом, они смогут адекватно с другими людьми общаться. То есть, они также будут серьезно воспринимать других людей. Если вы их не серьезно воспринимаете, то они не смогут никого серьезно воспринимать. То есть, будет так. Угу. Не смогут отношения строить хорошо. Интересно, смотрите, вы говорите, что учить своих примером, да? Хорошо, но ведь часто все-таки бывает, что в результате дети становятся как-то лучше нас, да? То есть, вот если говорить правильно, как вы, то получается, дети могут быть не более разумные, чем родители, да? Если мы что-то делаем, там дети повторяют и не повторяют. Но ведь дети там как-то и идут дальше, могут быть более разумны, чем родители. Должны идти дальше. Это... Нет, что такое возможно, такое бывает, с чем это связано? То есть, как, да. Понятно, что... Как там этого добиться, да, и там... Ведь часто мы же хотим, чтобы дети были лучше нас, да, куда-то дальше пошли, а мы все-таки там чему научились, тому научились, и все-таки работаем над собой, но есть ли способ как-то больше дать ребенку, чем имеешь сам? Конечно, обязательно так и должно быть. В ведические времена это назывался духовный учитель, так он делал. То есть они получали образование в семье какое-то, да, и дальше находились у духовного учителя, например, да, который помогал им дальше двигаться. Они это сами делали или, опять-таки, вот родители должны в этом принимать? Это должны родители участвовать, принимать участие обязательно. Сами бывает это, когда родителей нету, тогда сами. Вот, но если есть родители, должны родители тоже позаботиться. Это их задача, это их обязанность, скажем так. Есть обязанности, которые родители должны выполнять. Подвести к духовному учителю. Выбор делает, конечно, сам ребенок. То есть тут была история такая интересная, ведическая. Был такой один святой человек, Бхактисиддханта Тхакур. Вот. И у него сын был, тоже великая личность, Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур. Вот. Однажды он подошел к нему и сказал, папа, говорит, я изучил ведические писания все, я их неплохо знаю уже, вот, но у меня нет удовлетворения внутри. То есть я должен был, когда мы получаем знания в полном объеме, как бы мы должны удовлетвориться этим. То есть должно наступить такое умиротворение, удовлетворение внутри. Но он, изучив это все, он не получил этого. Он сказал, папа, что мне делать? Я не знаю, вот у меня внутри беспокойство сильное. Я вот учусь, и не получаю это удовлетворение. Он говорит, ты должен принять духовного учителя. Он так сказал ему. То есть он его направил духовному учителю дальше, хотя это был великий человек. Он сам обладал великолепным духовным знанием. Вот. Этот духовный учитель дал ему вкус необходимый развиваться дальше, чтобы он получил именно удовлетворение, успокоение ума. Ну, а как вот мы в современном обществе можем это сделать? То есть мы поговорили о том, что вот, ну, школа, значит, школа должна по максимуму развивать разум, и мы стараемся, то есть, находить какие-то учителей, которые обладают и знаниями,
и разумом, и моральными качествами. И вот вы сейчас говорите, что раньше была такая вот также идея, чтобы расширить, да, чтобы ребенок пошел дальше, отдать его духовному учителю. То есть вот, а сейчас что мы можем сделать? Я хочу сказать, что школа сейчас как раз разум не развивает. Она наполняет знаниями, но разум вот она не развивает. Вот мне тоже так кажется. То есть она дает обширные знания, а вот разум, он как раз развивается у детей в счастливых семьях, где родители как бы разумны сами. И, конечно, вот подведение к духовному учителю — это как раз в эту сторону. К сожалению, это сейчас не связано с образованием. И вот я как раз хотела сказать, что есть у каждого, мы же говорили о группах детей, да, и у каждого, как они будут учиться в школе, и отношение родителей к учебе детей тоже разное. Вот. Но этих детей все группы объединяют одно, то есть одна цель. То есть я хочу сказать, что обучение должно быть теистичным, то есть двигаться в теистичную сторону, потому что этот мир, он богоцентричен, и обучение тоже богоцентрично. Я понимаю, что в обычной школе нет таких дисциплин, это большая редкость, да, но, и, конечно, возможно, сейчас это как бы утопичная, да, где-то идея, но если мы должны это понимать, и не нужно входить в конфликт с образованием, просто нужно понять, что образование может дать вашему ребенку, и как его это дополнить. То есть, если вы знаете, что образование чего-то не дает, да, вот того же богоцентричности, да, то мы это даем, потому что вот когда мы говорим образованием, школа ради школы — это глупо. То есть для чего нужна школа? Чтобы ребенок научился трудолюбию в первую очередь, чтобы он научился получать знания. Даже самое элементарное — работать с учебниками, с литературой. Научился, еще такая важная вещь, ребенок должен научиться смирению, потому что, к сожалению, сейчас из-за, скажем, финансовой политики нашей страны, которая не поддерживает учителей, учителей мало хороших в школах, потому что это низкооплачиваемая работа, да? Вот, и это ни для кого не секрет, поэтому все равно уважать педагога, который, может быть, не совсем соответствует своему как бы месту, это все равно нужно, то есть научить смирению. То есть ребенок должен понимать, что все равно перед ним учитель, какой бы он ни был, перед ним учитель. И когда вы ребенку своему объясните, это учитель, и к нему нужно относиться, к учителю, даже если он там, может быть, некорректно себя ведет, может быть, он не очень хорошо знания дает, неважно, это проблема учителя. То есть ребенком так и можно говорить, это проблема учителя. Ну и что, ну школа, ну подумаешь, ну там, как я с вами говорю, ну подумаешь, ну покричала, что тебе? Ну покричала. Спасибо. У нас остается не так много времени. Давайте последний вопрос про ваших детей. Как вы на них смотрите, какое вы видите предназначение? И как, собственно, у нас просто вот прям несколько минут остается. Как вы это все у себя делаете? Да, два космонавта у нас и одна мать Тереза. Вот так мы видим. На самом деле, это их выбор. Вот. На самом деле им тяжело это делать, выбор, потому что вообще-то в принципе тяжело сделать какой-то выбор правильный. Вот. И я всегда говорю, вот меня сын спрашивал, кем мне лучше быть, куда мне поступать. Угу. Я ему говорю так, что ты должен сам выбрать это. Вот когда ты выберешь, я тебя поддержу, я помогу тебе дальше. Но за тебя это никто сделать выбор не сможет. У меня свои какие-то есть интересы, приоритеты. Видение ребенка. Видение какое-то. Я сам могу, это, как бы я вкладываю свою вот это вот, свои пристрастия. Я не могу точно. А, чтобы свое что-то привносить. Я приношу туда свое, конечно, обязательно. Он должен сам выбрать то, что ему нравится. Для этого у него должен быть широкий кругозор как раз для этого. Вот если, например, ребенок говорит, я не знаю, вот мне так этим заниматься или этим. Ну, родители должны рассказать ему, что это вот это значит. Что вот это значит профессия, например. У нас часто бывает, дети выбирают профессию, даже не понимая, о чем вообще эта профессия, к чему она приводит, чем они занимаются, те люди, которые заканчивают институты. Надо объяснять эти вещи. Но ребенок сам выбирает потом дальше. Может быть, ему дать надо время какое-то, чтобы он подумал немножко побольше. Если он не может сразу определиться, дать ему время. Потому что у нас срочка, гонка. Мы ведь опаздываем всегда. Знаете, стоим мы вот на платформе, в метро, вагончик, там вот дверь открывается, и мы там быстрее кто куда сесть, кому нужно. Вот так мы, знаете, 17 лет уже, все, школа закончена, пора поступать, пора, все, вот у нас единственный шанс в жизни. Параллельно три вуза. Единственный шанс в жизни у тебя поступить куда-нибудь и вовремя закончить. Там 22 года ты заканчиваешь там институт, там, и пошла у тебя вся жизнь расписана уже.
Лишь бы куда-нибудь поступить. В разные места прямо подаем заявление. Куда вас зовут? Там мы учимся. Вот лишь бы высшее образование было. Вот. Но и потом дети страдают эти сильно. У меня дочка рассказывала такую историю. Она у меня косметолог. У вас, наверное. Ну, я с ним. Я скажу по секрету, я с ним. У нас дочка косметолог, и она с детства практически, она очень рано захотела быть косметологом. Да? В каком возрасте? Я не знаю, по-моему, лет 15, наверное, или в 14. На самом деле мы смотрели по астрологии. Ну, в любом случае, ей очень это нравилась специальность. И она сказала, говорит, я хочу быть косметологом. Может быть, она еще в школе училась. Но мы отдали ее на какие-то курсы. То есть она работать не могла, но хотя бы она получила какое-то представление об этой работе. И она пошла учиться там, и она училась с одной женщиной, которая там уже была, она была наша ровесница. И она рассказывала, говорит, я всю жизнь, говорит, закончила, по-моему, она там какое-то инженерное что-то такое заканчивала. И всю жизнь проработала по этой специальности. А сейчас я, говорит, вышла, говорит, в декрет с ребенком, с маленьким своим, посидела, говорит, сейчас у меня, муж мне достаточно зарабатывает нормально, я сейчас думаю, что, чем даже позаниматься бы мне. И муж говорит, пойди косметологом поучись, ты же хотела всегда. И она пошла, и так счастлива просто, понимаете? Это ее учительница, дочери нашей. Вот, и она очень была счастлива от того, что она могла, имеет как бы, возможность реализоваться. То есть человек может всю жизнь прострадать, сидя не на своем месте. Понимаете, как веды опять-таки говорят, что лучше плохо, может быть, заниматься своим делом, да, чем хорошо чужим. Это даже лучше. Но у меня здесь, кстати, не такое однозначное мнение, потому что ведь нужно же не просто как обладать знанием, нужно смотреть еще вокруг. Если бы Ростроповича, Мстислава Ростроповича, не запирали родители и не заставляли играть, не было бы у нас Мстислава Ростроповича. Вы знаете, что за него сестра играла, пока он там игрался во что-то? Ну а вы своих детей что-нибудь так заставляли делать? Нет. Я просто, поскольку я очень хорошо училась, я отличница с красными дипломами, я знаю, что такое как бы трудиться, вот, то я поняла, что как бы я хочу, чтобы мои дети были счастливыми. Это не значит, что я несчастлива, я выбрала то, что мне нравится. Причем изначально я как бы это знала, чуть ли там не с 6 лет, потому что я буду воспитателем в детском саду, мне всегда это нравилось. Параллельно мне нравилось быть парикмахером, кассиром и хирургом, то есть это я могу тоже сказать. Вот. Но детям я своим сказала, знаете что, мы вам даем кусок хлеба, вот вы заканчиваете какое-то, ну, более-менее, которое вам интересно, как бы среднее специальное образование, кусок хлеба есть. Дальше вы определяетесь, нравится, не нравится, вы выберете тот вуз, который вы захотите, и мы вам поможем и его закончить, и реализоваться с профессией. Но ребенок должен выбрать. То есть не нужно торопиться, пусть он выбирает. Это наш случай. Но есть другие случаи, когда ты знаешь, чего хочет ребенок, или куда ты его направишь, или, ну, вот как Ростроповича, там как бы не было вариантов, вот будет здесь. И он здесь состоялся, по-моему, он счастлив. Дело в том, что он все равно потом может реализовать какие-то свои интересы. Это не страшно, вы можете, да, как бы финансово обеспечить. Ну, что движет нашей жизнью? Страх, да? За обеспеченность в основном. Ну, к сожалению, страх, часто. Да. И поэтому, ну, получит человек специальность. Вот у него будет работа и будет призвание. Как хобби. Ну, и мы надеемся, что да, он совместит. Так что ничего страшного, да, как бы. Но это как бы отдельная, опять такая большая тема, где можно рассматривать много-много разных вариантов. Самое главное, какой будет человек? Какой? Вот не пирог, а начинка. Хорошо. И, значит, сегодня у нас в студии были Оксана и Дмитрий Высоцкий. И какой будет человек, мы будем рассматривать далее. Оксана продолжит у нас цикл передач про детей. Дмитрий продолжит цикл передач про психологию семейной жизни. Соответственно, до скорых встреч в эфире. До свидания. С вами на телеканале Баланс ТВ были Оксана и Дмитрий Высоцкий. И я, ведущая Наталья Александрова. До свидания.